Новая дорожная разметка некоторым водителям не указ. Маркировка желтого цвета появилась на общественных остановках. Она предупреждает, что стоянка в этом месте запрещена. Однако именно у остановок общественного транспорта можно лицезреть припаркованные машины. Мы решили лично узнать, почему автовладельцы нарушают закон. Многие, заприметив нашу съемочную группу, предпочли нажать на газ и уехать. Здравствуйте, вы припарковались на желтой разметке. И что? Знаете, что здесь нельзя парковаться? Хорошо, спасибо. Вы припарковались в неположенном месте. Здесь желтая разметка. Прямо сейчас уезжаю. Желтую маркировку на общественных остановках нанесли несколько месяцев назад. Однако транспорт на ней останавливаться не может. Там стоят машины. Паркующиеся здесь водители мешают? Посмотрите, прямо передо мной. Оставил машину и пошел в аптеку. Знать знают, но так им больше нравится. Ему надо именно здесь припарковаться, а не подальше. Интернет-пользователи запечатлели припаркованные на желтой маркировке машины, удивляясь, почему водители оставляют свои авто в неположенных местах. Парковка в запрещенных местах грозит штрафом в 1500 леев и 4 штрафных пункта. Штраф за игнорирование маркировки до 1500 леев и 3 штрафных пункта.